Лютый мороз не помешал коммунистам и либерал-демократам развернуть 23 января красные и голубые флаги напротив краевой администрации. Около 30 партийцев, собравшиеся под пристальным взором полиции, потребовали от властей честных выборов и достойной жизни. Нам нужна власть народа, власть справедливая, та, чтобы которому могла защитить. Среди требований, озвученных в ходе пикета, значились призыв к соблюдению выборного законодательства, отставка председателя ЦИК Владимира Чурова, полное обновление состава всех избирательных комиссий края и уход в отпуск кандидата в президенты России Владимира Путина. Но вскоре выяснилось, что объединившиеся против Путина оппозиционеры не питают друг другу симпатии. Это все говорили не одна. Дела нужны, дела. Дела. Так, а дела? А вот, дела а вот то, что делают сейчас... Да ничего не делают. Это геноцид. Это геноцид. Да, это улучшение народа. Так, а что ж вы говорите? Простояв на морозе около получаса и так и не дождавшись реакции местных властей, раскрасневшиеся либералы и посиневшие коммунисты покинули площадь. Аппарат уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае обратился в правоохранительные органы с требованием провести проверку в отношении инспектора по делам несовершеннолетних ОВД Читинского района. По мнению правозащитников, халатное отношение инспектора к своей работе привело к тому, что в январе 2010 года ранее неоднократно судимый Сергей Хорошилов зверски убил своего сына Роналда, которому едва исполнилось 1.5 года. По словам начальника аппарата омбудсмена Олега Кириллова, у инспектора были все основания привлечь убийцу к уголовной ответственности еще до того, как он совершил расправу над беззащитным малышом. Установлено, что за несколько дней до гибели маленький Роналдо поступал в стационар с травмами, однако проверки по данному факту не проводилось. Считаем, что одной из причин, повлекшей гибели ребенка, является принятие необоснованного решения о восстановлении в родительских правах матери Сашилова, а также халатное отношение к своим должностным обязанностям сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних ОВД по Читинскому району. Процессуальную проверку по факту получения телесных повреждений малолетним Сашиловым проводили инспектор ПДН ОВД по Читинскому району, который к выполнению своих обязанностей, по мнению сотрудников аппарата уполномоченного, отнеслась халатно. В частности, не были опрошены очевидцы совершенного деяния, не осмотрено место происшествия. Судебно-медицинское исследование о восстановлении причин и механизма образования телесных повреждений назначено не было. Фактически можно сделать вывод, что преступление, совершенное в отношении малолетнего, было укрыто от учета путем вынесения 15 октября 2008 года незаконного постановления об отказе возбуждения уголовного дела. Напомним, 3 февраля 2011 года Забайкальский краевой суд приговорил Хорошилова за убийство сына Роналда к пожизненному лишению свободы. Следствием доказано, убийца из-за неумения малыша аккуратно есть, ходить на горшок на протяжении нескольких дней систематически истязал его. Малыш скончался после того, как отец 2 раза подкинул его и бросил на пол. По словам Олега Кириллова, трагедия, случившаяся с маленьким Роналдо, является типичным примером бездействия госорганов и учреждений, которые обязаны заниматься выявлением и предотвращением фактов жестокого обращения с детьми. Власти Центрального района Читы приступили к сносу дома на улице Тимирязева, 25А, не расселив до конца его жильцов. В квартире номер 20 этого ветхого здания все еще проживает семья Шаталовых. Несмотря на это, 20 января здесь появились рабочие, которые пригнали автокран и грузовик для вывоза досок и бревен на дрова. В ответ на это Шаталовы вызвали полицию и позвонили в редакцию Замедиа.ру. С работы приехали, у нас стоит кран, разбирает наш дом, рушат. Пол дома разобрали, сейчас в данный момент поехали с той стороны разбирать. И мы вот опасаемся за то, что мы можем быть похоронены заживо. Жилье, которое Шаталовым предоставили в процессе расселения по адресу Девичья Сопка, 46, оказалось серьезными недостатками в стенах и сантехнике. Семья обратилась с письменной претензией, которую чиновники оставили без движения. После этого Шаталовы написали письмо на имя президента России. В результате прокуратура провела проверку, однако квартира в новостройке на Девичьей Сопке уже оказалась переданной другим жильцам. Прокуратура и Шаталовы в итоге все же принудили администрацию выделить пригодное к проживанию жилье. Но мэрия Читы подала кассационную жалобу. Представители власти утверждают, что они предоставляли семье другое жилье. Семья Шаталовых предлагала квартиру. Сейчас они смотрят квартиру. После того, как они дадут согласие или отказ, дальше будем рассматривать. Решение есть о предоставлении им квартиры. Решение суда. Ну, в принципе, им изначально предлагалась квартира на Девичьей Сопке, но так или иначе они туда не поехали. Однако, как выяснили журналисты, Шаталовым предложили нежилое помещение, бывшее отделение связи в микрорайоне Северный. И от него они снова отказались. Во-первых, нет денег на ремонт, а во-вторых, по закону администрация должна предоставить им квартиру под ключ, чтобы в нее можно было заехать сразу и без проблем.
Забайкальский следственный комитет можно поздравить с новосельем. 23 января ведомство переехало в недавно достроенное здание по улице Ингодинская, 32. Резали красную ленточку руководитель краевого комитета Геннадий Подзноев, главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю Баир Жамсоев и губернатор Равиль Гениатуллин. Это здание, я думаю, поможет в решении многих вопросов. И расположено удобно, и построено быстро и современно. Думаю, что это будет содействовать как раз тому, чтобы следственные мероприятия проводились оперативнее, более качественно. Среди тех, кто пришел поздравить управление, были замечены уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Николай Каргин и спикер краевого заксобрания Степан Жиряков. Во многих кабинетах уже работали сотрудники. С Рузелей Шелест, руководителем отдела криминалистики, губернатор нашел общий язык в прямом смысле. Заговорил по-татарски. А зря кто-то там чисто либо, а? А зря чисто либо, а? Новое здание для управления – самый желанный и долгожданный подарок в новом году. Теперь следственное управление практически собрано в одном месте. Это позволяет более оперативно решать задачи, которые стоят перед следственным управлением, и более качественно их решать. Если раньше мы располагались в нескольких зданиях по городу Чите, то теперь у нас два здания. Одно на Бутино, а второе здесь на Ингодинской. Об этих и других событиях читайте на сайте zabmedia.ru.